Вот тут градиентная катушка, на ней вот такой целлофан, потом намотано 10 метров по 5 метров такого бескислородной меди аудиокабеля, вроде бы 2,5 миллиметров квадратных, сечение гранат 37,5 метров. Тут возле шестого слоя антенна. Вот тут эти тонкие обмотки идут на... Вот, один идет на лампу, другой конец идет на шестой слой градиентной катушки. Другой конец лампы идет на первый слой и на землю. И земля вот на качер идет. Только выключу, чтобы тут не грелось ничего. То есть перегорит. Транзистор вроде бы не горячий. Вот этот потеплее. Потом вот этот 1, 2, 3, 4, 5 витков идет на один слой этой катушки. Это не бифиляр, это вперед, назад, мотается и назад. Другой слой идет, другой конец идет на конденсатор. С конденсатора идет на другой слой этого катушки. Вот качер. Тут качера частота где-то, вот подключу, один мегагерц где-то. Ну так его частота 1, потом может расскажу. Ну вот тут транзистор 1, там такой 60 или 50 ампер, этот 30 ампер, но этот меньше греется почему-то. Может потому, что тут радиатор другой, тут по-другому управление, там еще усиливающие два транзистора. И это 494, вот от этой микросхемы питается. Покажу, какие для качера транзисторы у меня стоят. Вот такой D882. 3 ампера. Повер, то есть мощность его на тепло уходит, как я понял, 1,25 ватт. Напряжение 40 вольт. Он стоит где-то 0,3 доллара где-то, если на доллары. Я такие два в параллель поставил, потому что 3 ампера там маловатый. И на всякий случай вентилятор включил. Это для качера. Вот в базу идет 7 Ом резистор, а между базой и эмиттером 1,5 кило Ом резистора, тут 7 кило Ом резистор. Ну и тут стабилитроны, но они не нужны. У меня это 805 сгорал с стабилитронами, когда поднимал индуктор высоко и сильный сигнал в базу шел, он сгорал. Так что они ничего не спасают. Только так. Один такой товарищ посоветовал, поэтому сделал. Я почти уверен, что они ничего не помогают. Но пусть будут, не мешают.
Ну, включаю. Тут у меня, кстати, блок питания, он регулируется для диодных ламп. Можно регулировать вот этим резистором от 10 вольт до 14 с чем-то вольт. Я теперь нарегулировал 14 с чем-то вольт. Вот, включаю. Горит вот ламп. 40 ватт. Потребление 10 ампер. Чуть меньше, чем 10. Потому что сначала он неправильно. Где-то 9,8 ампер, если по амперметру, но он... Ну, тут, наверное, амперметр немножко неправильно показывает. Я включал 55 ватт 12 вольт лампу, когда ты отрегулировал 12 вольт, то он и тоже он не мог запустить ее, даже выключался. А когда удалось мне как-то его запустить, то там показывал всего 7 ампер или 6,8 где-то. Так что уже... Это умножить на 12, это будет где-то 7 на 12, будет 84 ватт. Тут он 60 ватт. Наверное, амперметр немножко, несколько за много показывает, слишком много. Ну вот, включаю. Наверное, не запускает. И вот включаю качер, добавляю. Вот лампа сечения прибавляю. Так тоже прибавляется. Параллельно этому входу конденсатор. 10 тысяч микрофарад, 16 вольт. А то я там мерил напряжение, у меня какая-то прыгает. И вот качер частоты 1 МГц. Я тут всунул ферит, чтобы была максимальная яркость. Вот я его уберу. Теперь частота. Вот тут щипы, осциллографы висят, лежат возле. Где-то 1,6 МГц. Или 1,5. Где-то так. Когда ферит всуваю, понижаю. Вот. Буду всувать. А еще мне сказал, что эти транзисторы, два в параллель для качера, они 50 МГц, поэтому они очень хорошо подходят. Вот у меня потом расскажу. Свадебный ферит теперь. Смотреть на яркость. Яркость увеличивается. Там немножко насадить или постоянно. Так особо там что-то такого особо я нет. Вот так немножко увеличу. Вот амплитуда поменялась. Теперь 1 МГц ставлю. Вот так вот. Как бы не было такого, чтобы напряжение сильно падало. Еще покажу, сколько сам качер потребляет. Он потребляет, если по моему амперметру верить, он потребляет где-то 1,7 ампер или 1,6 где-то вот так.
Вот, от одного качера, понеже горит. Ну, каких-то чудес нет. Эта лампа быстро перегорела, поэтому она может не так деградировавшая, лучше вот. А этот может более деградировавший, она потом далеко не дотягивает. Вытаскивать ферит и смотреть на яркость. Вот так что-то. Частота где-то 1,1 МГц, 1,2. Немножко вытаскиваю. Теперь частота 1,4-1,5 МГц. Все, лампа уже не горит. Теперь 1,7 где-то. Все, такой момент был, что качер только работал, когда вот этот качался, но это как раз на другом транзисторе, о котором я и хотел рассказать. Это другой транзистор. Вот был раньше этот. Ой, ляд, сбился. Тем хуже качер работал. Он 10 МГц. 10 МГц, видимо, маловато. Вот эти 50 МГц очень хорошо работают. 10 МГц, 8 ампер. Но на низких частотах вроде бы и хорошо работает. Но на высоких не очень. Ему уже 1,6 МГц, это уже высокая частота. Вот 1,7 МГц, это 1,8, теперь включу низкую частоту. Поменяется. Вроде бы частота немножко понижается. Теперь стало
где-то 1,7-1,6 мегагерц. Вот, вроде бы и все, что хотел показать.